конкурс, еще раз посмотреть на нашу профессиональную годность, на нашу профессиональную готовность выполнять задачи вот в нынешних условиях того, чего требует государство и общество. Открытие таких соревнований, думаю, не в каждой службе проходит на таком уровне. И каждый из вас уверен, горд за выбранную профессию служить народу и отечеству. Наш конкурс 21 объявляю открытым. Вы лучше своих подразделений. Теперь вам стоит доказать, что вы лучшие республики. Желаю всем успехов. Как уже сказали, победить сильнейший, нет проигравших. Потому что настоящий профессионал всегда развивается, идет вперед. Всем успехов!